Дух захватывает. Там, где ты видишь песок, представь себе воду. Ты ныряешь и не можешь достичь дна. Ныряешь? Да, это называется плаванием. Я не верю тебе. В тени Аракиса сокрыто много тайн. Но самое мрачное из них может оказаться концом дома Атрейдесов. Твой отец не верил в месть. Что, если Пол Атрейдес жив? Тебе уже снился сон о твоей первой поездке? Не пытайся никого впечатлить. Ты храбрый, мы все это знаем. Действуй просто и незатейливо. Ничего особенного. Я понял. Ничего особенного. Да! Ты никогда не потеряешь меня, Пол Атрейдес. Мы дали им надежду. Это не надежда! Пусть твой нож разобьется вдребезги. Дюна. Часть вторая. Озвучена для канала в рейтинге.